Это уже привычка. Я уже знаю, это уже знаешь, что это. Ну, а Афин потом выходит. Ну все, друзья. Ну что, запомнили себя, да? Запомнили? Ой. Ой. Оля. Такой вал информации, такой вал эмоций. Да. Моя впечатлительная натура это не переживет. Это да. Я просто думаю, это только первый день, это только начало тура. Как я свою вонкову. Я натура впечатлительная. Вчера угомонить себя пришлось садиться и после танцев этого вальсового фонтана. Друзья, мы сейчас мы на самом деле увидим такую святыню. У вас это останется мы в памяти надолго. Поэтому мы догадываемся. Вы к этому относитесь прям на самом деле очень серьезно, что это, ой, какая это может случайно, не случайно просто быть. А для чего-то это в нашей жизни есть. Питере? Нет, вот это Екатеринбурге атлет. Екатеринбург на Урале. Уральские мастера из бронзы для наших храм отлили. Это когда? А в 2008-2009 году. Это недавно. Называется это колокол четырех печателей. Колокол четырех печатей. Есть в буддизме четыре положения. Вот я немножко расскажу. Первое положение – все составное и приходящее. Второе – все омраченное страдание. Третье – пустые явления все. И четвертое – нирвана, есть покой. Вот это называется четыре печати. И вообще тот человек, который согласен вот этим с четырьмя положениями, принимает их, тот фактически является буддистом, в общем-то. Это называется четыре печати или четыре положения. И вот когда вот бьют колку, то вот звук дхармы или учения, он разносится вот по всей округе, в общем-то. Вот это тон мажор. И весит он 800 килограммов. Вот на юбке, видите, изображение, это 8 символов счастья. Вот это текст благопожелания, который ставил наш учитель, и дата отливки. Видите, да? 25. Вот в июне, 25 скоро июня. Будет. О, день скоро рождения. Уже, да, 9-го года. И давайте с вами, вот мужчина, давайте с вами, да, мужчина? Нет. Нет, да? Не ну, с вами кто? Знаю. Давайте вот вы за всех ударьте. Только не очень а громко, часто, не очень слабо. Ну, сейчас, подожди. Не успел сказать, что благопожелание загадали. Ну, ладно. Причем чуть-чуть ударил только. И вот это называется камень исполняет желание. Ну, такой символический, такой драгоценный исполнение. Вот это, видите, да, тон такой, ну, тон мажора, в общем. Мощный. Мажорные, называется, мажорный тон, это, ну, положительный тон. Ну, жизнь утверждаешь. Ну, пусть в этом святом месте все ваши благопожелания исполнятся. Это вот такое сделает благопожелание для вас. Вот видите, здесь висят разноцветные флажки, называются химурин, или флажки удачи. Каждый человек раз в году старается повесить свой флажок удачи, чтобы в течение года успеха, удача была. И каждый год он имеет свой цвет определенный. Там молитвы написаны, и когда вывешиваются, пишутся имена, и читается молитва, освящается, и они вывешиваются согласно своему направлению. То есть каждый человек имеет в тот или иной год определенную успешную сторону. И в эту успешную сторону он должен повесить вот этот флажок удачи. И видите статуи, да, перед сердцем. Давайте мы с вами сейчас пройдем вот вокруг вот этих барабанчиков, будем крутить, читать свои молитвы. Ну, я всегда прошу в последнее время, пусть быстрее мир наступит, да, вот за это мы все помолимся. Почему здесь вот эти барабанщики люди крутят? Потому что внутри заложены свитки с молитвами. Там вот очень много свиток, и в этих свитках миллионы-миллионы молитв написано. Вот нас, в общем, 10 человек, 6-7. Мы сейчас, когда пройдем, уже, считайте, несколько миллионов мантр начитали молитв. И поэтому, если мы вот это благопожелание сделаем, что вот эта война быстрее закончилась, здрасте, ну вот очень хорошо было бы, правильно? Давайте вот об этом подумаем. Пойдем.
Ну давайте в это зайдем. Называется тут. На улице у нас немножко жарко вот сегодня. Давайте пойдем здесь, вот в эту ступу зайдем. Да, ты же живешь в этой жизни, ага. 72. Мне 30, скажи, ага. Все живые. Ой, ерунда. Я же после онкологии. Да. Все желания. Это самое главное, чтобы настройку положить. Вот это соприкосновение. Вы, если что, 5 минут там можете посидеть, меня подождать. Да, мы с удовольствием это можем сделать, да. Мы не 5 можем подождать. Такая энергетика. Вот когда подносишь. Такая сила. Прохлада. Ну, сегодня, да, жарковато. Ну, город у нас вид как на ладони, да? Вид, да, очень это такой. Не зря вы на горе. Лысая гора, это раньше здесь называлось в простонародье Сопка Любви, еще в советские времена. Здесь люди любили устраивать пикники, но приходили на праздник сюда. Ну, вот такое особое место. У нас... Сейчас служба там идет с 3 до 4. Ну, каждый день проводит службы. Вы можете немножко посидеть, ага, минут 5. Там послушать, как там. Ну, сегодня у нас мало. Половина отдыхает, половина идет в командировки по своим делам. Три не отапливались, холодно было. Да, да, да. И это, когда замерзали, они сверху накидывали. Ну, у нас тоже зимой иногда прохладно бывает. А нахер раз, я они сверху накидывали. Там ходили, да. Когда даже холодно. Носки одевали, там все равно бы ее снимать. Ну да, в некоторых. В Индии. У нас тут так-то. А у вас, да? Зимой у нас не походишь, так-то можно ноги оторвать. Ну, самое главное, чтобы здоровье человека было правильно. Да. Ну,
Вот это у нас как раз сейчас служба читается, вот это, в том числе вот это Джамбул Санджот, вот эта служба, которая посвящена Манджушри, вот это, про которую я рассказывал, да, Будда мудрости. Вот это для школьников тоже экзамены сейчас идут, чтобы для них тоже это хорошо все прошло, вступительный экзамен. Для этой цели тоже читается вот эти молитвы. Ну давайте сами. Можно спросить, а вот это когда они это делают? Вообще это... вот когда молоком брызгается, это называется сыржим побрызгать. Это приносит молоко, черный чай, там некоторые водку, ну у нас водку не приносят. А вот это для чего это нужно? Это чтобы, например, как божествам подношение, это напитка делался, чтобы проблемы разные не были, а дорога хорошая была, ну с этим самим, в принципе. И когда вот это освещается, да, это ахре-ахре делать, слышали, да, наверное? Это каждые люди у нас приносят продукты определенные, они освещаются. И когда вот так по кругу водится, это как призывание достатка, удачи, чтобы, в принципе, дверь убытков закрыть. И чтобы препятствия всех шли с такой целью. Спасибо. Давайте мы посидим. Вот эта статуя называется Махакала, это гневная Сахьюсан. Вот эта статуя, она изготовлена из бразильского горного хрусталя. Вот очень такой редкий минерал. Из этого минерала вот один мастер изготовил для наших храмов вот эту статую Махакала. Ну, вот этот подсвет, ну, он сам по себе очень красивый такой камень, в принципе, очень такой редкий. Ну, представляете, в горах Бразилии где-то нашли вот этот кусок огромного минерала. Такой прозрачный? Да, ну он такой темный такой сам. Вот синий, это подсветка, да? Да, это подсветка, наверное. Ну, синим отражается, конечно, синим цветом. Ну, очень такой красивый. Оно создает эффект. Да, вот самое простое, да, это знание. Любому человеку нужны знания. А что такое знание? Вот Будда вот дает путь, показывает путь. То есть он излагает конкретные рекомендации, конкретные действия в течение жизни, которые мы должны совершать, и чего должны мы избегать. Там все, в принципе, расписано. Все негативные вот эти состояния, все описано в нашем уме. Вот что такое буддизм, медитация, она связана с нашим сознанием. И вообще буддийская медитация полностью по полочкам разложены все наши состояния, аффект наши положительные, нейтральные, все отрицательные, все состояния, они описаны, все подробно, и поэтому буддийская медитация, она очень эффективна так-то в работе с нашим сознанием. Я считаю, что это огромный труд души и сердца, но оно это стоит. В первую очередь работа ума. Оно стоит. Вот в буддизме говорится, вера хороша, но ее недостаточно, нужно задействовать свой интеллект, ум. Это в первую очередь. Поэтому все наши монахи, которые в монастырях обучаются, они начинают с основ логики. Логическое это мышление очень важно в буддизме. Критическое, логическое принятие. Не принятие, а всегда как называется? Все любые положения подвергаются сомнениям в буддизме. Ух ты! Ставится вопрос всегда. Как это, как работает, для чего? Все это в буддизме очень важно. И поэтому буддизм – это логически подкованная очень религия. Буддийского монаха переспорить вообще очень трудно. Они из жизни, изо дня в день тренируются в диспутах. Это же очень такая шахматка. Ну, здесь у нас вот тоже статуи разные мы видим. Вот это вот даже вот это дерево непальская береза. Это из Непала привезено вот это дерево. И вот эти статуи тоже из непальские статуи. Вот это статуя Ламы Цанкапы, это два его ближайших ученика. Там с края это статуя Будды Майтрея, про которую я вам сказал, грядущий Будда, будущего. И вот наверху вот эти изображения танки, это здесь 8, это 16 великих учеников или великих мудрецов, архатов будущих имени. При жизни Будды они еще были выдающимися учениками и входили в ближайшие пружины будущих имени. Что же удалось доехать из Кабинета, чтобы погрузиться в такую красоту? Ну, это, конечно, это ваша карма. Я всегда говорю, вот то, что мы здесь собрались, это совершенно не случайно. Это не просто. В нашей жизни. В прошлой жизни. В нашей жизни вообще случайно ничего нет. Встречались так.
в нашей жизни ничего случайного нет. Вот именно, вы как буддист разобщаете. Я единственное всегда говорю, задавайте вопросы и всегда найдете ответы. Вот, появятся интересные вот, как люди. Как наш учитель говорит, в буддизме очень важно задавать вопросы, конкретно ставить вопрос. Что это, почему это и для чего, зачем это? Это очень важно. Поэтому в буддизме вера очень хороша, но ее совершенно недостаточно. Поэтому чем тибетский наш буддизм отличается от всех других форм буддизма? Почему? Потому что очень сильно логика задействована в изучении вот всего познаваемого. Вот, конечно, цель буддиста – это достичь состояния просветления, да, как мы понимаем, состояния Будды. А вот Будда, он обладает вот этими тремя телами. Три тела Будды, так называемые. Если мы обретаем вот эти три тела Будды, то мы сможем другим помочь. Если у нас нет вот этих трех тел, мы не сможем им помочь. Поэтому, а вот эти три тела, они в результате практики тантры. То есть, если ты практикуешь тантру, то уже вот эту конечную цель можно достигнуть. Ну, в любом случае, как наши учителя говорят, независимо от того, ты буддист, ты не буддист, верующий, не вы, атеист, но самое главное, вот внутренние качества развивать очень важно. Вот доброта, страдание, терпение, вот это ну, всех людей объединяет, независимо от религии. Поэтому, если вот эти качества развивать, конечно, в принципе, можно вот, это, каких-то успехов в жизни. Ну, по крайней мере, можно быть просто спокойным, счастливым человеком, да, в этой жизни. Сейчас Кирилл горизонт сделает. Это у меня такая... Кирилл, в эту сторону повернись, пожалуйста. Ну. Я вообще не знаю, где вы. Неважно. Надо что-нибудь красивое изобразить. Уже уважаем за попытку. Назвался груздем? О, какой ты молодец. Успел, нет? Нет. Вот так, и, так вот и становитесь спортсменами. Держим? Я не могу. Я не в расслабленном состоянии двигаться. Видишь, он поймает момент. Видя, снимайте, да все, я так делаю. А потом ловлю красивый момент. Устал. Так, вы не понимаете, это тренировочный процесс. Я вообще с первого раза сделала. Катя сказала, мама, тренировочный процесс. Мама, молодец. Вот понимаешь, в следующий раз тебе не поверишь. А можешь попробовать еще раз так же целиком? То есть вот так телефон переведу. И? Тоже, да? Да. А ну давайте одну. Мы такие тигры. Да, это точно. Заводилка. Тигрята. Ой, ребята, энергии килограмм 100 грамм. Да мы уже поняли, что мы там даже не можем перевесить вас все вместе. А была страшная история. 87 и вот такая убитая. Александр? Тоже тигр, что ли? Да. Ну, видно. Совсем другой тигр. Грация и спокойствие. Вылезли из штанов. Отличный. Так, следующий год. Зайца. Понимаете, обезьян, да, сразу? Поздравляем. Вы счастливы и здоровы. А все остальное потянется. Благодарю вас. Оно не может не подтянуться. Ага, все подтянется, да. Мне нравится, мы все спускаемся и спускаемся. А потом же поднимаемся и придется. Мне показалось, что мы поднимались недолго. Так что, знаете, друзья, мы будем подниматься недолго. Это, знаете, как настроение. Ой, запах. Я когда собралась, мне все сказали, что так клёво, мы тебе завидуем. Шагай. Выше. Ох.